Уникальные изделия ручной работы, старинные предметы быта и музыкальные инструменты. Это фестиваль культур вокруг света. Сегодня в Екатеринбург приехало 19 национальных диаспор Среднего Урала. Если честно, мне уже не терпится погрузиться в эту атмосферу. В Екатеринбурге стартовал 14-й Евразийский экономический форум молодежи. Наша область сильнейшая в государстве, в макрорегионе. И мы и дружим по-серьезному. Ну, 160 народов живет. Вот они здесь только частью представлены. Сегодня к нам приехали на эту неделю представители 114 стран мира. На стенде Чеченской Республики представлены старинные пояса, национальная гармошка и кувшин. В старину девушки набирали в него воду. Обратите внимание на его форму, он такой пузатенький. Это значит, что девушка замужняя и шутки с ней плохи. А вот Дагестанская Республика приехала с угощением. В моих руках национальная пахлава. Может быть, что-то еще интересненькое у вас есть? Я слышала, вы сегодня невеста? Гурмендо 60 лет. Ровесник мой, да. Я вышла замуж, вот, его... Покажите, как вообще невеста-то у вас замуж выходит, как надевают вот, платок? Вот так ее накрывают, вот так. И машину садили тогда, в 82-м году. И вот так повели меня дом жениха. Подскажи, как тебе в Папахе, не жарко? Нет, не жарко, это культурный. А мы дагестанец, да, я из Дагестана, но это шутка. Я из Дамби, да, но не жарко меня, не жарко. Ну рассказывайте, похоже я на чувашку? Конечно, теперь похоже. Вы же одели чувашский масмак у вас а на голове. У вас такое красивое украшение, это, расскажите. Это ага. Это тоже чувашское украшение. Это как бы типа и оберег. А у меня вот это женское, это хушпу. А вот, а если девушка, то у нее тухья. Вот на этом месте тогда, остренькая. Вот видите, остренькая. Значит, это девушки одевают. Для школьников, студентов и молодых ученых пройдут конкурсы, конгрессы и открытые лекции. Всего в форуме примут участие более 17 тысяч человек. Это абсолютный рекорд за все время проведения. Форум продлится до 26 апреля.